Экстремисты уничтожены, заложники освобождены. В пригороде Кабула прошла спецоперация. Афганские военные и солдаты международной коалиции в течение 12 часов осаждали элитный отель «Спожмай». Минувшей ночью на гостиницу напали талибы. Они вступили в бой с охраной, а позже забаррикадировались внутри здания, взяв заложники постояльцев. Сообщается, что четверым из гостей удалось сбежать, выпрыгнув в окна. По последним данным, в результате операции все радикалы были ликвидированы. Распространилась информация, что нападавших было пятеро. По сообщениям афганских источников, в ходе противостояния погибли 20 человек, в том числе гражданские лица, охранник отеля и один полицейский.